10 школ, вузы города, Суворовское училище, 114-я вахта героев в Ульяновске старается донести простые истины до максимально возможного числа детей. Родина, отечество, семья – то, чем нужно дорожить и за что, если необходимо сражаться, побеждать и вести страну к новым успехам. Мы должны воспитывать и понимать, что мы растим достойную смену, потому что будущее России в их руках. Поэтому нам и нужны истинные патриоты, которые будут дальше поднимать нашу страну еще на пьедестал выше. В формате открытого диалога старшие герои России и младшие юноши и девушки обсуждают всевозможные жизненные сценарии, разбирают детально такое сложное понятие, как любовь к родине, другими словами, патриотизм. Говорят о возможностях, которые открыты перед всеми в России. Молодежь делится планами на будущее. У меня папа служит в СВО, я хочу более на него похоже быть, ну там расшировать, все такое. Учиться, может, в дальнейшем мне это пригодится, может, для поступления, может, еще куда-то. За время существования проекта участники побывали в десятках городов России, нашли отклик в сердцах тысяч и тысяч школьников и студентов. Бывшие ветераны спецназа, летчики, пограничники, танкисты, выйдя в запас, остаются в строю. Они активные граждане нашей страны, представители общественной организации «Ассоциация героев». Самое главное, что они должны брать пример своих старших братьев, отцов, дедов, которые всегда защищали Отечество, любили свою родину, и они должны быть такими же.